Так, Владимир, приветствую. Как я понял, смотрите, вот у нас кабель идет, РК-50, и центральная жила идет сюда, и это у нас центральная. То есть мы, одна из частей вибратора может быть цельной с вот этим отрезком, правильно? Алюминий или медь, который будет иметь длину 515 мм. То есть я сделаю, скорее всего, из одного цельного куска алюминия вот это. Значит, вопрос. А какое расстояние мне выбирать между вибраторами здесь, да, вот здесь, какое оно должно быть? Ну и, соответственно, какое там должно быть расстояние примерно между кабелем и этой трубочкой, да, там, прутком? Это первый вопрос. Ну, здесь, я так понимаю, просто я запаиваю, правильно, чтобы контакт был очень надежный, также здесь. Ну, то есть это как стакан такой получается. Ну и дальше кабель уже идет уже снижение. Так, дальше что? Тут я уже уяснил, что расстояние должно быть не меньше 40 сантиметров. Это мачта. Здесь будет антенна крепиться, вот вид сбоку. Также, я так понимаю, вот стакан у нас, ну, скобочка это, да? И вот так вот примерно будет отходить кабель. Ну, вы рисовали на схеме. То есть, в принципе, я так понял, уже, в принципе, понимаю, что вот здесь 515, здесь 515 миллиметров. И здесь это все дело спаивается или там скручивается, ну, я за пайку, потому что пайка рулит. Вот. Я так понимаю, я прав, да?